Жителям регионов надо прививать театральную культуру. А для этого нужна смена, нужен калейдоскоп, нужны разные произведения театрального искусства. Современному городу, динамично развивающемуся, строящему такой крупный ядерный медицинский комплекс, кластер, должна соответствовать культурная среда. Без приглашения сюда музыкальных, театральных коллективов, проведения фестивалей разных направленностей этого достичь невозможно. Я с большой радостью сегодня встретился со зрителями здесь. У вас потрясающие зрители. И не потому, что я в вашем городе. Просто вот эти вот влюбленные в театр глаза, это очень-очень много значит. Это чудесный прием. Я счастлив, что я приехал. Я надеюсь, людям понравится, и надеюсь, зритель придет, оценит, и надеюсь, нашим фестивалем не закончится, а любовь нашего зрителя к нашему театру и вообще к театральному искусству в целом. Я надеюсь, будем ходить, и зритель будет к нам ходить почаще, и не только к нам. Любите театр, вот что я хочу сказать.